При этом установлено применение повышающего коэффициента при исчислении единого налога, а также при взимании налога на добавленную стоимость в фиксированной сумме в 4 этапа. Сейчас он равен 2, к концу года станет 4. Те же индивидуальные предприниматели, кто будет приобретать продукцию у легальных производителей с наличием документов, смогут перейти на упрощенную систему налогообложения либо с 1 апреля, либо с 1 июля, либо с 1 октября.